Марина из Лондона, батюшка, такой вопрос прислала. Среди знакомых есть люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Если мы посещаем их дом, не будет ли это означать, что мы поддерживаем такой образ жизни и принимаем содомию за норму? А с другой стороны, отстранившись от общения с этими людьми, не будет ли это означать осуждение ближнего? Нет, не будет. Действительно, если мы посещаем этот дом, мы принимаем этот образ жизни. Вы представьте себе, если бы все люди на Земле не посещали, не ходили в гости к содомитам, несмотря на все законы, которые существуют, потому что никто же по закону не обязывает людей ходить в гости, то они бы скоро забеспокоились. И многие бы встали на другой путь. А так как именно их общество принимает, то он поддержит в них вот этот тяжелый грех. То есть здесь именно... Потом мы же осуждаем не человека, а осуждаем его грех. То есть его образ жизни. Конечно.